Традиция фестиваля «Саянские огни» родилась 10 лет назад как часть большой программы сотрудничества ленинградцев и сибиряков. Третий раз приезжают в Красноярский край музыкальные коллективы и солисты Ленинграда. Концерты на стройках, зрительские конференции, встречи с рабочими, авторские вечера, поездки в районы и города края – такова программа праздника музыки. В фестивале принял участие прославленный русский народный оркестр имени Андреева. Каждая встреча – это и праздник, и творческий отчет. Такой тесный контакт необходим и артистам, и нам, сибирякам. Говорит руководитель фестиваля, народный артист Советского Союза, композитор Андрей Петров. В наше время музыкальные фестивали, музыкальные праздники имеют очень большое значение для развития музыкальной культуры страны. Но я думаю, что совершенно особое значение имеют для ленинградских музыкантов, ленинградских композиторов фестивали «Саянские огни». Потому что вот огромные богатые впечатления, которые мы получаем здесь от того, что тут делается, от всех этих грандиозных дел, от встреч с замечательными людьми, все это является замечательным стимулом для нашего творчества, и все эти впечатления отражаются в наших новых музыкальных произведениях. Мы не прощаемся. Мы говорим до следующей встречи. Давай, 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 давай.